Аԥсныҟа аурыс еидгылоу аархеилагеи Владислав Арӡынба ихьӡхо ҳәынҭқарратә ахьӡ-аԥша амузеи Аҟәа араион ахадар ирус еицура иабзоураны ишьақәыргылоуп аҷынҷтәылатә аибашьра ду аҟны зуалԥшьа аанагӡараан иҭахақәаз арҟаԥшь афицарцәа аԥырҩцәа Евгени Добровы Алекса Гончаровы рҳаҭгәын. Аус мҩаԥгатә аиҿкааҩцәа Владислав Арӡынба ибаҟа амҵан ашәҭқәа шьҭарҵеит, анаҩс уи инахарамкәа аҳаракыраҿы игылоу аибашьцәа гәымшәақәа рҳаҭгәын ахь ихалеит. Без знания своего прошлого, без истории у нас нет будущего. Здесь было очень символично. Внизу у нас еще памятник ребят нашей войны. Тут герои Отечественной войны. Вот эта преемственность должна быть сохранена и передана следующим поколениям, чтобы люди знали доблестную историю своих предков. И что эта история не основана на лжи, на фальши. Это было за справедливость и за правое дело. Тем, кто помог это все организовать, спасибо. Конечно, часть вопросов вы с нас сняли, но эту работу, я надеюсь, не остановим на этом. По району еще немало таких мест. У нас в селе Баслата есть братская могила, где очень много солдатов советской армии похоронены. Еще много у нас таких мест. Есть в самом Псху, вы знаете, мероприятия проходили по перезахоронению. Я думаю, что совместными усилиями мы сохраним это все и передадим будущим поколениям, и память о них останется навечно. Аԥрыҩцәа Евгении Добровы Алекса Гончаровы еиднакылоит рыԥсадгьылахь ирымаз агәыблра, зынӡа ишқәыԥшыз уи рхы ақәырҵеит. Евгений Добров ихьӡ идырҳәалоит раԥхьатәи аԥсуа ԥырҩы Виктор Аргун. Они не просто вместе воевали в составе 975-го истребительного авиационного полка, но и были друзьями. 21 сентября 1942 года в ходе боевого вылета самолет Доброва был подбит, но он сумел посадить его, скажем так, ну, на ближайшее поле. Аргун, который в это время находился в воздухе, увидел это, приземлил свой самолет, вытащил раненого Доброва из кабины, пересадил к себе в кабину и доставил в село Шера, Нижнее Шера Сухумского района, где на тот момент находился военный аэродром. Этот случай довольно подробно описан в книге «Абхазские соколы в небе» под авторством покойного Александра Мектатовича Тария, бывшего председателя Республиканского совета ветеранов войны труда вооруженных сил Абхазии, также ветерана Великой Отечественной войны. Добров прожил еще несколько дней, но ранения были, к сожалению, слишком тяжелы, то есть перелом позвоночника, перелом костей таза. Находился в сознании, проходил лечение в Гулрыбском военном госпитале. К нему успела приехать перед смертью жена. Он был женат, несмотря на молодой возраст. Из города Баку жена его звали Клавдия. Они попрощались. Аргун в меру возможностей приходил его навещать. Но, к сожалению, чудо не произошло, и он ушел из жизни. Что касается Алексея Гончарова, то тут несколько другая история. Это тоже ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в звании капитана. Он закончил войну, но в 1953 году произошла трагическая случайность. То есть в ходе учебно-тренировочного вылета очередного произошел отказ авиатехники. Он также успел дотянуть самолет до аэродрома, но опять-таки из-за полученных ранений скоропостижно скончался, ушел из жизни. Объединяла их любовь к родине. И, конечно же, мы должны помнить о таких людях и о многих других, потому как действительно будущее у народа есть тогда, когда жива память о его истории, о его героях. А то, что это были герои, это сомнение, мне кажется, не вызывает ни у кого. Аџьынџьтәылатәи аибашьра ду аан Аԥсны ахьаҵанакуа имаҷымкәа аэродромқәа аартны иҟан, Германиатәи афашистцәа импыҵархалаз атәыла адгьыл аҟны еиԥш ҳауалагьы ихьчатәын. Аԥсны абри Шыра иҟан бзыԥ аэродром аҟа, Наҳар убраҵаҟа, убрагьы аэродром аҟа. Абра аэродромқәа халаз рацәан. Избанзар псухамыдзмызт уи ада. Ажәҩан хҩатәын, ашьхақәа хҩатәын, избанзар
Агадайна, Марух, Нахарги, Санчера, Абант, Перевал Куркшан. Обрезага. Музей боевой славы Хамо. Музей Бея Дезхагло. Абарт Рейпши Хонышин Траква Ирачадзина и Дерчатст Ирачадзина. Паша Адгил и Яладзона Ажит Приягон, Уипси Мбо, Уипси Махавекалон. Васи Хартуб, Абна Парк Курчинг Арт. Рехензернидз, Харахзага Ирачад. Чарзага Ирачад. И сышук саладзарам зажбачно, и ширатби ашкул хочква аяйра дуам шазгвату иргвала даршот, хасшнамрха тынчры зук поз аргапш асалдатша, ари ахатгун амцан хашт коштарцойд. Астандутар бхат орнигамчба абазадывэм.